Так. Пятая серия. Обгоняется.
Да.
Навигатор показывает, что это М7. М7 и Е22. Не знаю, насколько соответствует действительности. Погода такая же, как и в центральной части России. До Ижевска осталось 80 километров. Дорога более-менее нормальная, широкая обочина. Полотно удовлетворительное, местами лед, крайне опасно заехать на ледяную дорожку.
квартов до нуля. И мы опасны. Дорога с ледяными подвешенными. Присматривать мойку. Стандартные ускоровские заправки.
идет подъемка. Показывает минус 0.5 градуса. Ближе к северу температура поменялась. Минус 1.
страх, наш страх. Какие названия впервые? Время известно, Кириш. Костя Мозге. Подажи, здорово. Как понимаешь? А, стоп, ты впереди идет? Да. Я поезжал в это, в Ешке, ты на Лукойне на стоянке стоял. Да, я помыл маленько, так вот и стивеном поехал. Старый, протертый, зеркаловый. А, тебя. Что, ты домой? Домой он, чувак, загрузился, да. Понятно, что сегодня забыл. Сегодня ты уже не до дому, да ты? А сегодня-то мне надо железно в 2-3 быть. Ребята, не подскажете при въезде в Ижевск? Мойка есть, нет? Сдохну. Скажу, не знаю. Ты что, через игру? Нет, я через лодки схожу. Что, проходишь там, да? А я по левой стороне схожу. Не через Завьялово. Ну я понял, по старой отзывной дайте. Куда, в Москву мчишь? Ну да, в Москву, а. Понятно, я тут прошлый день шел, левый звонил, тоже куда-то сюда на Глазов шел, сейчас где-то на Казань должен уйти. Ну, когда с тобой-то виделись, вот это самого поставка, так тоже его видел, он мне навстречу попал после Тургая на Казань шел. Понятненько, ладненько, давай удачки, если надумаешь обходить, придержу. Да не, нормально идем. Я тоже загружен, нормально так. Не вижу. Поворотов покачивает, как бы. Так-то нормально по прямой, да. Вдоль дороги торговля разными игрушками. Тоже под крышу деревяшки-то. У меня, видишь, груз за потолок весь.
Сам. Печка. Полоса короткая, расширить.
Это с него ошейник, да, снят, да? Нет, понятно, у меня колеса поменяли, но еще не это, калибровку не переделывали. У меня 93 она бежит. Так, 101 сделали как бы. Ну, смотрю, хорошо идешь. Колеса были 80-й радиус, я поставил 70-й, надо вот переделать такого. Тогда пойдет она сотку там. Ну да. Как-то вот двадцатка идет она, ничего? Ну я смотрю, хорошо там. За горой уже не вижу, вот встречка пошла. Тут знак, все.
цели каких-то мест для ночевки, для стоянки. Пока мне не нравится. Не знаю, что из себя город представляет. Дорога так себе. Местами хорошие, местами не очень. Так что так. Моего на горизонте засветился Ижевск. По навигатору 25 километров. В общем, мойки на всем протяжении дороги я не видел ни одной автомойки. Инфраструктуры в Удмуртии практически... Алло, это водитель, я подъехал. Ну вот дом 58 во дворе здесь, это на углу, тут машина припаркованная, домик какой-то.
самолет.